Приветствую вас, дорогие друзья. В этот день я отправился к 88-летней бабушке, которая играет на балалайке. Ролик с ней вы уже видели ранее. Как оказалось, в этой деревне живет еще один старенький дедушка, который тоже играет на балалайке. Приятного вам просмотра. Надо? Да и ладно, прославишься. Как зовут, кстати? Ты дел не в этом, что... Как зовут тебя? Иван меня звали. Привет. Будем знакомы. Так, куда едем? Мне неудобно это. Да ладно. У вас тут вот интернет, наверное, нету еще, да? И не надо. Мне он нахуй не нужен. Что за праздник сегодня? Воскресенье просто. Отмечаешь воскресенье? Да. Ясно. Сколько жителей в деревне живет? 32 человека. Работаешь где-нибудь? На конном дворе, да, я пить. Серьезно, что ли? Да. Корову сам доешь? А-а-а. Да ладно. А-а-а. Вручную или автоматом? Да господи, коза даже есть, и коза мне есть. Че себе. А что тут страшно? Да, ты не доярка, а дояр, наверное. Я тебе говорю. Я тебе сразу говорю. На первый раз вижу мужика, чтобы дояром был. Жизнь так заставила. И давно? Ну как сказать. Лет 5, да, занимаюсь уже, да. Что, дальше, да, едем? Конечно, в принципе. Вон, вот здесь, вот, да. Какой домик? Зеленый? Да. А что крыша дырявая? А я откуда я знаю? А он с кем живет? Он один живет. Один? Пенсионер. Я не видел, я на самом деле. Приехали мы в гости к дедушке. Сейчас зайдем, посмотрим, что там у него интересного. Как он играет, попросим. Может быть, и получится нам сыграть. Послушаем. В общем. Живет он в этом домике вот. Сейчас зайдем, спросим и посмотрим. Собаки нету? Нет, нет. Иван Федорович, можно к вам зайти? Пожалуйста. О, видишь как. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Федорович. Ой, здравствуйте. Света нету у вас тут? Есть. Приветствую. Здорово. Да вот, ваш сосед сказал, умеете на балалайке играть. Играете? А плясать будете? Будем. Конечно. Красавец ты. Да. Иди, принеси ее. Сейчас принесу. Где лежит? А вот у кровати там, видите. Налево. И... А, вижу, вижу. А. Ты нормально будешь играть? А как ты? Как тебе надо? Как надо сыграть? А частушки можешь ты? Частушки играли. Цыганка. Чё? Цыганка. Цыганка под горну. Давай. Давай.
какие есть сейчас простушки у тебя? Хватит, две. Да? А ты ничего ж не пел. Ах, я не сумею. Да? Ну ладно, то не торопись. А вы где научились петь, играть? Всё, играть? Да. Да с молода, с 5 лет. Он брат был у меня. Ему лайк купил. Я вперед его научился. Это, ну, была лайка старая или уже новая? Это новая. Новая. А сколько вам лет? Мне много. Сколько? 32 года. Ну, сейчас поле его тут. 80. Воплясать идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Танцевать будешь? Не, заманчиво. Это вот что он играет. Заманчиво. Да? Для меня. Для меня заманчиво. Я ж на смодели играл. А вот Высоцкого ты не можешь сделать никогда в жизни. Чего? Высоцкого был. Такой человек. Ага. Ты его помнишь? Конечно, помню. С 24-го года. Это тогда он ровесник ему. Кто? Брат. Кому? Высоцкий-то. Ну? Вон тому ровеснику. Кому? Вон брат моему. Брат. Ух ты. Брат, я тебя не знаю, конечно. Ну, сын, да. Сыграй еще, вот. А то теть надо. Thank you.
Это каждый день столько много пить надо, да? Зачем? Зачем? Утром, вечером. Да, там написано. Вот утром, в обед и вечером. Да, да, да. А почему так много? А на месяц. А, на месяц, да? Она мне разложит. Вот. А кто? Дочь. А, ясно. Придумали. А расскажите о себе, где работали, где родились, сколько детей у вас было? Я здесь родился. Здесь? Да, так на горе. Это где? На той стороне, да? Да. Угу. А там сейчас нет ни одного дома. Нет еще? Нет, конечно нет. Нет, там же есть дома на той стороне. Кто? Дома на той стороне. Ну, это любители. А, в другой стране там где-то? Где еще? Ну, ты здесь родился. Ты вон же где родился? Вот здесь вот. Где? Где? Здесь там вот. Там на горе. На горе ты? Да, она спросит вас сзади. Вас. Угу. На той горе. А там сейчас что? А там ничего теперь сейчас нет никого. Там, никого нет. Много домов там было? Там конечно. Целый ряд. 30 дров. И сейчас? Он кругло держал. И до кладбища. Все засельно было. Да. Так что большой поселок был. Угу. А здесь все поселено. Здесь дом купили, вот потом в 41-м году перешли. Угу. Перед войной самой. А почему оттуда ушли? Ну, здесь... Лучше, да? Окажется, на горе. Там... Там уж... Там сплошняк был. Белый... Помнишь, где жил? Ну, как же... Ну, вот она на самой горе мы под бугром. А где работали? Я за фирмой сейчас. Ясно. Сколько у вас стаж? Сколько проработали? Кто я отдал? Ну, сколько пенсию заработали? Угу. Да пенсии этих хуйня. Сколько? Сколько я сейчас забыл? Все забыл. А покажи тут фотографии, кто, где вы, кто, дети у вас, внуки. Покажете? А фотографии родителей нет у вас? Родители? Да. Вон мать там сюда. А маленькие это вы, да, на фотографии? Вот? Нет, я, наверное, в середке. В шапке, да? Отец, я даже не знаю. А почему овчарники называют? Овечки в нем были. А, понял. Тысяч, 1500 было. Овец. Ого. Нет, был, да. Я сам не был. А потом на коров мне поставили. Почему у вас это, крыша дырявая? Бог так надо. Заделывать не будете? Да надо заделать, вот некому. Вот помощник стоит, говорит, я сейчас сделаю легко. Делаем. Пока лист вообще не унесло. Есть у меня железо. Ну сделаем, дядя Вань. Угу. Ну зачем? Что, Толян будем его звать, что ли? И Сашку, что ли? Да, да не надо. Только Лукой, ну я звал сейчас. Ну и все. Ну тронтый он. Я тронтый. Сразу железо не нашел. А потом, елки зеленые, у меня же есть. И вот дождик пойдет, у меня здесь вот все зальет. Никто ничего не зальет тебе. Пожалуйста, сделайте. Завтра, завтра сделают. Да, сделаем. Сейчас Пушков приедет и все, заебись. Бригад их. Ну ладно, всего хорошего. Поедем дальше. Не болейте, да. Давайте. Спасибо, что поиграли нам. Спасибо. Очень всего интересно. Всего хорошего вам. Меня... Хозяйство у вас есть какое-нибудь? Да куры. Куры только? Ясно. Да ну, всего хорошего. Поедем дальше. Угу. До свидания. Ну, вот так, друзья, побывали мы в гостях у дедушки. Поиграл он нам на гармошке. В таком домике он живет. Крышу сосед обещал сделать. Вот. Не дает мне покоя, испортил мне всю видеосъемку своим матом-перематом. Ну такие вот деревенские мужики. Че? Че? Все, поехать. Если ты в конец поедешь. А если нет, если туда? Туда, наверное, поеду. Туда я, вон туда. Ну все, ладно, давай. Поехал я. Давай, все, счастливо, давай. Во всем. Давай, пока. Удачи во всем. Все, счастливо. Сейчас, друзья, когда выезжал из деревни, махнула мне одна женщина рукой. Я сначала думал, что-то случилось, а оказалось, что она меня узнала по ролику. Спросила, как дела, поблагодарила за ролик, за внимание к старым.
спросил, как дела с колодцем обстоят, что мы будем делать. И вот, и бабушка вышла из дома и вынесла мне пирожки с луком, с яйцом. Вот сейчас еду, кушаю обалденные пирожки с луком, с яйцом. Я сегодня как раз не обедал, не ужинал, поэтому вообще в тему. Большое спасибо. Адрес, к сожалению, не запомнил. Спасибо за пирожки. Ну все, конец. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте его, и тогда я вам привезу вот этот подсолнух.